Сегодня 7 апреля. Погодка не ахти на пляже. Вчера был жуткий ветер. Ну, как сегодня утром, правильнее сказать, был жуткий ветер. К нам причалило красивое судно «Спутник» большое. Как раз в этот шторм. Но самое, что примечательное произошло, у нас сгорела яхта. По слухам, две, но я нашел одну. Вон она. Обугленная стоит, бедняга. Я сейчас пытались подцепить краном, но что-то пошло не так. Очевидно, достаточно сильно сгорело, чтобы это стало невозможным. Бывает. Жалко, обидно.